Следующая информация будет интересна тем, кто предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте. Стоимость проезда в маршрутном такси с 27 июля увеличится на 5 рублей и составит 20 рублей с одного пассажира. С чем связано повышение цены, нам рассказал исполняющий обязанности начальника отдела строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи городской администрации Андрей Мартыненко. Увеличение стоимости проезда связано с увеличением транспортных расходов. Предприниматели обратились в адрес главы города с просьбой о увеличении стоимости проезда и предоставили экономически обоснованный расчет. Согласно этого расчета, стоимость проезда у них получалась порядка 25-27 рублей. Отдел экономики и финансов администрации рассмотрел это обращение и приняли, что стоимость проезда будет увеличена до 20 рублей. Постановление о повышении стоимости проезда в маршрутных такси до 20 рублей вступает в силу 27 июля. К слову, последний раз цены на проезд в городском транспорте поднимались почти полтора года назад, в начале 2016 года с 12 до 15 рублей.